В условиях пандемии немало сил и средств уходит на антикризисные меры, на борьбу с коронавирусом. Чувашия, как и вся страна, делает все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал от введенного режима ограничений. Об этом говорилось на первом заседании попечительского совета фонда «Перле». Крупнейшие бизнес-силы выступили с инициативой объединиться для поддержки республики. Так появился фонд развития Чувашии «Перле». Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, представители бизнеса, общественные деятели оказывают посильную помощь в это непростое время. Предприятие «Русгидро», которое один из первых, откликнулся и предложил свою помощь и выделил 5 миллионов рублей. На эти средства приобретаются препараты ИВЛ Новочебоксарской больницы. «Хевел» направил 1,5 миллиона рублей также на поддержку учреждений здравоохранения. И для Новочебоксарской городской больницы были приобретены функциональные медицинские кровати, приборы для неинвазивного измерения уровня кислорода в крови. Фонд учрежден, а это значит, предприятия республики смогут объединить свои усилия и помогать системно, целенаправленно. Работа в этом направлении, конечно же, уже ведется. Но через единый фонд координировать потоки благотворительной помощи намного удобнее. Мы работали над мерами по поддержке экономики. Ну и здесь была задача еще и поддержать всех тех людей, которые нуждаются в этот сложный момент в некой конкретной форме поддержки. И предложений было очень много, разных, с разных территорий. И очевидно, чтобы организовать весь этот процесс таким неким единым образом, чтобы это было понятно, прозрачно, было предложено организовать такой благотворительный фонд. Ну, конечно же, мы поддержали со своей стороны. Деятельность фонда нацелена на помощь социально незащищенным жителям, поддержку детского спорта, возможно, форма помощи детям, которые имеют способности, но не имеют возможностей, чтобы реализовать их. Члены попечительского совета уже сейчас думают о том, какие ресурсы понадобятся для форсированного восстановления работы предприятий, как наладить взаимопомощь между субъектами бизнеса. Те успешные предприятия, тот успешный бизнес, который самые тяжелые времена восстановления России, экономики России, смогли сохранить предприятия, да еще развили. И когда была и есть необходимость участия вот в этих фондах и оказания содействия обществу, я думаю, это очень хорошая миссия. И финансовая, и реальная помощь вот, в приобретении многих столь необходимых сейчас, вот, в первую очередь, медицинских оборудований, материалов, расходников и так далее, это считаем очень нужным, потому что нам надо сейчас всем вместе пережить этот период. По решению попечительского совета фонд «Перле» будет координировать работу по поддержке благотворительных начинаний и после пандемии. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.